Футболочки упоротой, с лягушечкой, грибами, мухоморами, между прочим. О, Акая, здравствуй. Рекс, ну давайте посмотрим, что у нас есть. I'm good, Гарри. Классная футболка. Мур. Все потому что мур. Так, это мне не подходит. Ну почему в эфире только брага? Yes, I can get it. У меня, кажется, разрядился второй телефон. Гирлянды в минус. Ставлю вместо него второй телефон. Привет, Максимка. Как прошли эти 2 дня? Все здоровы? Никто не передумал жить эту жизнь? Ну, давай, включайся, телефон. Потому что если передумали, то у меня вот. Носочки убийственные. Thank you, Сим-Сим. О, Нелла, приветик. F, приветик. Press F to pay respects. Как план открыла? Ну вот сегодня первые 9 бобов только что, смотри, прилетели. Да, я сегодня первый раз, и я вот только что первые бобики получила. Я 10 минут в эфире. Пошли в эфир. Пошли в батл. Никто не идет, никого нету в сети вообще. Все куда-то пропали, как будто бы вымерли. Вообще не понимаю, что происходит. А попозже это во сколько? Точнее, через сколько? Алена едет домой, но она может выйти еще только часа через 2, я ее знаю. Не знаю, ты меня знаешь, да. Факт. Да что за фигня? У меня телефон не включается. Он у меня с такой картинкой уже 5 минут. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это вообще нормально? Слава богу, что есть второй, да. Ну так я сейчас с него стримлю, но что с этим? Он делает вид.
Было такое, надо в ремонт нести, то есть это само по себе не справится, да? О, вот ремонтник наконец пришел. Хочешь дракона? Конечно, хочу. Все хотят дракона. Может, вряд ли. Ну все, пипец. Аслан, у меня, походу, второй телефон сдох. Он у меня вот эту картинку показывает уже 5 минут. Вот эту картинку уже 5 минут мне показывает. Чё, а? Этот стоил 16 000 всего лишь. Погодите. Он у меня отлагал. Он у меня разрядился просто в нулину. Он отлагал. Погодите, или нет? Да, он отлагал. Все, он отлагал. Супер. Кажется. Да, все, жизнь прекрасна. Нет, Лёнь, нет приватов. Тем более раньше. Но это было год, 1,5 года назад я покупала. Ну все, тогда отлично. Лёня, блин, вот когда пишут, то ребята с именем Лёня, меня это немного напрягает. Потому что у меня младшего брата, 15-летнего, зовут Лёня. И будет странно, если он окажется в Бига. Детям тут вроде бы как нечего делать, да? Знаю.